С Верой в спорт. Добрый день, это программа «С Верой в спорт», у микрофона Вера Власова. Сегодня в нашей студии очень светло и радостно, а все потому, что у нас в гостях сборная Вятского госуниверситета по чирлидингу практически в полном составе. Здравствуйте, девчонки. Да, я вас отдельно сейчас каждую представлю. Итак, у нас в гостях Плотникова Марина. Всем добрый вечер. Дмитриенко Лолита. Всем привет. Андреевская Инга. Здравствуйте. Пентина Валерия. Эй, приветики. Виноградова Диана. Привет. И Дмитриенко Маргарита. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. А полный состав, сколько себя человек включает? В нашей команде примерно человек 12. 12. То есть здесь поместилось ровно половина, получается, всего состава. Да, да, да. Отлично. И давайте, наверное, расскажем, как каждый из вас попал в чирлидинг. Девчонки, представляйтесь и рассказывайте по очереди. Итак, начнет у нас Марина. Всем добрый вечер. Меня зовут Плотникова Марина. Я раньше занималась художественной гимнастикой, и для меня важно, чтобы в команде всегда был сплоченный коллектив. И, в принципе, так как у меня хорошая растяжка, мне надо было заниматься не какими-то танцами, то есть не хип-хоп, там, не модерн, а что-то более такое профессиональное, и что у нас известно в Кировской области. Я открыла группу ВКонтакте и нашла объявление, что требуются девушки в набор в группу по чирлидингу. Я написала девочкам, и тогда я, если честно, не различала. Я написала сначала одной, потом да, второй. Да, девчонки двойняшки, да? Вот. Лолита и Маргарита. Да, я им написала и спросила, сколько будет занятий, в какое время. Вот. Потом мне еще рассказали там все нюансы в команде и то, что, в принципе, как раз-таки есть шпагат, допустим, делают, там, перевороты. Всё, это вы уже все умели, да? Да, все, что мне нравится. И вот, в принципе, я решила, что тоже буду участвовать в соревнованиях с ними. Мне это все очень понравилось. И еще мне понравилось то, что у нас очень красивые костюмы. Да. Вот. Те, кто смотрит сейчас видеозапись, могут это оценить. Вот. И меня эта тема очень зацепила. Я решила, что вот все, я буду в чирлидинге. А в каком году это было? То есть вы сказали, что хотели поступить, заниматься именно тем видом спорта, который был популярен в Кировской области. То есть чирлидинг тогда уже был популярен. Ну, я начала заниматься, вот, получается, с 17-го года, с сентября. Вот я пошла на первый курс в ВятГУ, и вот я как увидела объявление, и сразу же пошла заниматься. Отлично. Лолита, ваша история. Моя история началась с 2011 года. О. Значит, мы еще учились в школе. И прошел набор в команду по чирлингу в ДЮСШ, в город Белохолуница. Угу. Значит, ну, естественно, нам очень захотелось принять участие в нем. И мы любили прыгать, скакать, ну, заниматься. Там растяжка, акробатика, все входило. Вот, мы пришли, нам очень понравилось. И мы решили, что мы никогда, ну, не бросим это по душе. И вот с 2011 года мы занимаемся до сих пор, это уже, получается, 7-й год. Вот и еще продолжу заниматься этим делом. А вы сейчас на каком курсе? На третьем. На третьем. И вот уже 7 лет занимаетесь. Да. А конкурс туда прошли, Белую Холуницу? Конечно, это был набор. А, вот. Было много, в принципе, ну, девочек. И у нас осталось 9 человек тогда. Только зарождалось все. Вот. Ну, дальше мы начали танцевать, выступать на мероприятиях и привлекать девочек, и нас потом уже прилично было. Угу. Но о специфике чирлидинга мы чуть позже с вами поговорим, да, что да. Это такое, как спорт и как эстетически прекрасный вид искусства. Инга, ваша история. Ну, моя история началась буквально недавно, занимаюсь я здесь около месяца. А узнала о чирлидинге еще когда училась в 11 классе, когда еще думала, куда буду поступать. И вот когда решила, что буду в ВятГУ, захотела заниматься именно чирлидингом. Но узнала то, что идет набор, я очень поздно, и когда написала, там уже был перебор. Поэтому меня тогда не взяли. И решила после Нового года еще раз написать. Как раз ушли некоторые девочки, освободилось место, и меня пригласили сюда. Вот, занимаюсь, как я уже сказала, около месяца, но за это время уже многому сумела научиться, и мы много где выступали. Очень нравится. Об этом тоже чуть позже поговорим, да. Пока интригу сохраним. Валерия. Да, всем привет.
Моя история началась тоже, мы с девчонками, Рита и Лолита, ходили вместе в чирлидинг «Белая холуница». Да. У вас было трио? Да. Вот, там остались именно сильнейшие, это мы остались. Вот, как-то потом переехали уже в Киров, и девчонки решили тут создать чирлидинг. И позвали меня, был тоже отбор. Вот, я в этот отбор попала, и вот и начала тут заниматься. Мне очень нравится заниматься чирлидингом, я очень хотела. Сначала у нас тут не было в городе Кирове, а когда переехали девчонки, и он у нас снова чирлидинг появился. И я очень хотела, и мне девчонки взяли, и мне очень безумно нравится, особенно выступать на играх, поддерживать мальчиков, спортсменов. Мне очень понравилось. Замечательно. Диана? Моя история с чирлидингом длится 3 года. Сколько существует наша команда. Попала я, поступила на первый курс, познакомилась с девочками, с близняшками, и они сказали, что хотят открыть команду поддержки. Чирлинг. Я сначала не понимала, о чем они говорят, но потом они мне объяснили, и мы вместе с ними создали команду. У нас проводился первый кастинг, оттуда мы набрали девочек. Сколько мы набрали? 10 где-то? Ну, примерно. 10 девочек. И так я оказалась, так и попала в команду. То есть через знакомство с девочками. Ну и Маргарита тоже одна из основательниц, так понимаю, что всего этого движения в Киеве. Да, у меня такая же история, как и у Лолиты с Лерой. Все началось с 11 года. Вот, тренер ходила как раз, приходила сама в школы, сама звала девочек. И помню, у нас была перемена, и она пришла к нам в класс и позвала. Много девочек пришли из класса, но вот остались только мы с Лолитой вдвоем. Вот. Самые стойкие. Да. Mm-hmm. Еще был плакат, помню, на стенде в школе, там набор девочек. Я подумала, что уже команду набрали, и как бы, ну, не стоит приходить туда. Вот, а тренер сама пришла и позвала. Здорово. Это супер. А вы на разных факультетах все учитесь? Да, на каких? Ну, я учусь на экономическом. На экономической безопасности. Мы учимся на спортфаке. Я учусь на факультете компьютерных и физико-математических наук. Ой, это вообще, мне кажется, от чирлидинга далеко должен быть от спорта. Факультет физическая культура. Также факультет физической культуры. Также факультет физической культуры. Ну, большинство вот все-таки по направлению, да, вот и делать. А для девчонок, тех, кто не с факультета физической культуры, это получается какое-то дополнительное хобби такое, да, дополнительное. Да, да, объединяет. Объединяет, да. Вот именно. Вы начали мы говорить с вами о зарождении чирлидинга, скажем так, в Кировской области, девчонки, потому что вот вы как раз являетесь положницами этого всего движения. А вообще, как чирлидинг появился, вообще зачем он появился, что это такое, расскажите. Ну, вообще, Маргарита. Чирлидинг возник в США. Вот, об этом, наверное, всем мы известно. Мы это видим, да, во всех фильмах. Да, во всех фильмах. Вообще, первым чирлидером были это мужчины. Да что? Да, и первый чирлидер был Джонни Кэмпбелл из Миннесоты. Студент медицинского факультета. Как это выглядело? Они также стояли у трибун, кричали речевки, поддерживали, но затем уже постепенно они включали там уже гимнастику, танцы. Вот. Именно мальчишки? Да, мальчишки. Когда в 40-е годы мальчики ушли на фронт, и 90% стали именно женщины. Вот, но и потом как бы девушки стали, ну, заняли вообще все вот это. Вот. Но мужчины потом тоже вернулись, и, к примеру, девушки танцы, а мальчики акробатика и гимнастика. Вот. Но в современной культуре, так может, все-таки больше девушки, да? Да, сейчас в основном популярно среди девушек. Вот, костюмы яркие, красивые. В основном мальчики — это брюки, футболки, майки. А в Кирове, я так понимаю, что в 2011 году? Да, в Кирове в 2011 году. Да, в Кировской области в 2011 году, а в России чирлинг появился в 1995 году только. Вот. А как вид спорта он стал в 2007 году. Совсем недавно еще. И все это появилось вместе с американским футболом через детскую лигу. То есть как только американский футбол появился в России, да, в Кировской области пришел, в частности,
также через это. Но сейчас я понимаю, что вы выступаете и на других мероприятиях, и на футбольных, и на баскетбольных, и ММА, я так понимаю, да, вы тоже открывали. Да, вот так вот уже немножечко сбегая вперед. А мы с вами проговорили о том, что вроде как сначала появлялся чирлидинг, а вот потом он уже становился спортивным движением. То есть вот такие вот две разные направленности этого движения. Давайте о каждой из них поговорим. Да? То есть в первую очередь изначально чирлидинг как форма поддержки команд. Да, как группа поддержки спортивных команд. Это проявляется в чем? Просто выступление, поддержка на матчах, когда девушки выходят и там поддерживают, кричат вот эти речевки, заводят публику, вот, подбадривают саму команду. Вот. Зрители также. Да. То есть форма одежды, это, по-моему, в этом случае, это традиционный вот того или иного там учебного заведения, от которого выступает клуба, команда. Яркая, позитивная. Открытая. Да. Привлекает, чтобы привлекала, заводила публику, давала эмоциональную такую разрядку между фанатами клубов тоже. Вот, важная деталь. Топики, юбочки, платья, чтобы люди коротенькие. Не скучали на трибунах, также поддерживаем, заводим, чтобы не скучно было вот во время тайма. То есть это в середине игры, да, в середине мероприятия вы как раз выходите. А речевки вы используете? Вот именно вы вашей деятельности. А вот можете сейчас что-нибудь вспомнить? Можем. Мы вместе мстим? Нет. Мы можем вот сказать сейчас чуть Ером про Киров, к примеру, да? Киров. Давайте 3, 4. Киров, Киров, я люблю, с детства в Кирове живу. Лучший город на земле, этот город дорог мне. Киров, Киров, Киров. Все, зарядились мы на новые победы. Идем дальше. А теперь давайте поговорим о спортивной направляющей. Чирлидинг как вид спорта. Ну, для многих моих знакомых, с кем мы обсуждали эту программу, было удивительно, что на самом деле это является видом спорта, потому что казалось, что это такое больше развлекательное мероприятие. Расскажите вот именно о спортивной составляющей. В чем она заключается? То есть есть какие-то нормативы, есть какие-то соревнования? Конечно, есть правила. Чирлидинг делится, получается, тоже на два направления. Вот сейчас это как чирлидинг и перформанс. Чирлидинг — это вот как раз, когда мы выполняем акробатика, гимнастика, пирамиды, станты. А перформанс — это уже ближе к танцам. Это направление, к примеру... Крутят пируэты, прыжки, лип. А дальше у них растяжка хорошая, хореография. Вот, хип-хоп туда же, джаз-модерн. Да. Вот все вот эти направления танцевальные, это все относится к перформанс. Вот. И все эти направления вы используете в своей работе, да? Ну да. Вообще чирлидинг лучше считать, когда вот именно вот где вот станты, пирамиды, как вот от США нам пришло вот это все. Вот я считаю, что это чирлидинг. А вот перформанс — это просто уже... Направление его. Это просто его развили, чтобы больше приносило дохода, ну, федерациям, по сути. Вот, я так считаю. Ну, мы выступаем как группа поддержки спортивных команд и как вот именно спортивная команда. Мы выступаем и на соревнованиях, и поддерживаем нашу сборную команду по баскетболу. Да, ну, есть... также выступаем на культурно-массовые мероприятия города и университета. То есть имеем два направления сразу. И группа поддержки спортивных команд, и чирлидинг, получается как. И чирлидинг как спорт. Да. Как спорт, у вас свои какие-то соревнования есть? Вы участвуете? Есть. И в Кировской области, и в России, и в мире. Значит, в Кировской области были совсем недавно, это 4 февраля, мы принимали в них участие. Так. Там номинации были чир, взрослые, чир-дети, юниоры, юниорки, групповой станд, даже был смешанный станд. Да. Вот. Ну, команд не так много, как бывает. Но в Кировской области, в принципе, чирлинг уже зарождается, и у команд все больше и больше с каждым годом. В том году не так было много, как в этом. А команды все кировские были? Команды кировские. Да, и как вы себя показали? Ну, у нас первое место. Можно? Молодцы, поздравляю. Расскажите, то есть дальше Кировской области куда-то вы ездили, может быть, планируете поехать? Мы планируем съездить в Нижний Новгород. На Кубок ПФО. Да, Кубок ПФО, он будет... Это впервые у вас будет? Ну, наши команды, да, выездные будут впервые. В Вятгу, да, а лично наши нет. А куда вы ездили вот еще вот в вашем небольшом коллективе? В Нижний Новгород также, в Пермь. Ну, это был чемпионат России. Вот. В Перми был чемпионат. Кубок Союза Чирлинга России. Да. В Нижнем Новгороде. Ну, мы несколько раз ездили. 13, 14, 15 год. Микрофон. Несколько раз ездили. И в Перми также.
Угу. Сейчас в Нижнем Новгороде у вас будет кубок ПФО, получается, да? Да, он будет 1 апреля. 1 апреля, так что все будем болеть, держать кубочки за вас. Ого, стараться. А расскажите, как проходят соревнования? То есть это вот именно по чирлидингу, без перформанса, да, о чем говорила Маргарита, без всяких этих дополнений, элементов шоу. Что судят? Обязательно это кричалка, чирпорца называется. Дальше идет... Чирпорца? Чирпорция – это кричалка. Дальше обязательно должны быть прыжки, акробатика, станты, пирамиды, выбросы, синхронность, артистизм, вот. И, ну, воздействие на публику. Если аплодисменты были, там публика покричала, добавляют баллы за это. Мы должны все-таки, ну, заводить, да. Заводить. Вот. Так вот. То есть довольно-таки серьезный вид спорта. Да, и травмоопасный. Да. А как вы тренируетесь, расскажите? Мы тренируемся 4 раза в неделю, по 2 часа. Значит, в нашей тренировке это обязательно растяжка, прыжки, акробатика, станты, ну и пирамиды. Станты, напомните, пожалуйста, что такое? Стант – это, ну, такая мини-пирамидка, где две базы, флайер и споттер. Споттер – это страхующий, флайер – это верхушка, база – это те, которые держат. Угу. Вот. Это называется стант. Ну, похоже, наверное, на синхронное плавание, но только без воды. То есть все вот эти вот красоту вы только делаете на надземном пространстве. На высоте. Да, да. На высоте. А пирамида ближе, к акробатике ближе. Угу. Чирлинг ближе к акробатике. А пирамида – это как, получается, соединенные станты. Если девочка схватила другую девочку за руку, то это считается уже пирамида. Угу. Вот. Ну, даже не за руку, а за любую часть тела. Угу. Это считается, что они уже два несколько станций. Уже скреплены. Да, да, и это пирамида. Понятно. А есть у вас тренер или вы самостоятельно учитесь? Тренируетесь? Мы вместе с сестрой, это Лолита и Маргарита, мы вместе тренируем сборную. Мы проходили курсы много раз в Нижнем, в Перми. Вот, и учимся на спортфаке. Угу. Да, вот, то есть поэтому... у нас есть опыт, ты от тренера перешел, как это все проводить. И да. И не в первый раз ездим на соревнования, понимаем, и проходили судейство и обучение. Угу. Вот. Отлично. Давайте перейдем к атрибутике вашей. Что вы используете в вашей работе, да, как экипировки? Вот то, что сейчас на столе лежит, те, кто смотрит видеозапись, наверняка это видят. Мы простые смертные называем это помпоны. Как это называется, вы говорили мне на самом деле? Пипедастры. Это называется пипедастры. Еще раз? Пипедастры. Пипедастры. Да. Вот очень красиво. Вы сами их делаете или покупаете? Нет, мы покупаем, хотя у нас были самодельные. Самые первые. У нас были самодельные. Из мусорных пакетов. Да. Мы замучились, если честно, делать, потому что там очень много пакетов, их надо разрезать. И то есть проще, конечно, заказать, но эти вообще, вот честно, все замучились, все там начали уже психовать, когда мы это делали. Но в итоге все доделали, все успели к последнему дню. Силовали вырабатывается. И они нам почти не пригодились, потому что пришли вот эти новые помпоны, и мы почти теми не пользовались. Зря старались. Это самый первый атрибут. А следующий атрибут обязательно у чирлидера – это бант. Самый красивый, да, именно в чирлидинге, как спорт, должен быть бант. А что это? Это вот бант? Это да, есть бант. Их очень красивыми делают всякие стразы, там, да, пайетки. Вот, то, как, ну, кто как хочет, так и украшают. Они очень большие, смотрятся на голове. Чем ярче, тем лучше. Чем больше, тоже вот тем если ты чирлидер, у тебя красивый бант, это просто вау. Еще важно закрепить, чтобы он не отвалился в процессе. Да, на резиночке там. Следующие атрибуты, которые должны использовать в чирпорции, то есть в кричалке, это таблички, флаги, мегафоны, ну, талисман, даже есть игрушки. У нас тоже есть талисман в Ютгу. Это совуш. Видели. Вот. Обязательно без них. Ну, чирпорца уже не такая зрелищная, потому что нужно воздействовать на публику обязательно. За это дают баллы. Обязательно. Что-то еще? Помпоны. Помпоны. Ну, в принципе, думаю, все. Ну и форма у вас желто-синий, желто-бело-синий. Да, цвет ВятГУ. И помпоны синие тоже. Цвет костюма. Цвет костюма. Отлично. Давайте расскажите, пожалуйста, еще в каких мероприятиях вы еще принимаете участие? Вы говорили, что спортивные обязательно. В каких вот недавно можно было вас видеть? Недавно в субботу мы выступали на чемпионате области по смешанным единоборствам ММА. Угу. Вот. Это не первое наше выступление на них. Мы уже второй раз выступаем. Нам очень нравится публику заводить.
Дальше мы выступаем на баскетболе, хоккее, регби, бокс, самбо. Американский футбол был еще. Да, мини-футбол. Можно долго перечислять. Вот. Ну и на культурных мероприятиях университета. Даже города. Мы выступали на Вязких холмах. Да, помним вас там. Вот. А, девчонки, как вы считаете, вообще вот чирлидинг, в частности, он способствует привлечению аудитории и вообще привлечению внимания к спорту? Сейчас же у нас, как знаете, многие жратуют за то, чтобы спорт развивался, спорт в массы, спорт, чтобы был прям в каждом дворе, думаю, чтобы да. каждый занимался этим. Это является привлечением? Конечно. Да. Во-первых, в группе поддержки обычно стройные, красивые девушки. Всем хочется попасть туда, также ну, танцевать красиво, привлекать внимание. Все-таки девочки у нас подкачанные, все красивенькие. Угу. Занимаемся мы 4 раза в неделю. 2 из них это тренажерный зал. Да, тренажерный вот, зал. Вот. То есть выкладываем фотографии. Все это как бы мотивирует людей, все хотят в команду. Вот. В наборе, когда объявляли набор, много очень девочек хотелось к нам попасть. Да. Писали. У нас ограниченное количество тоже. Да, можно. Потому что уже был даже перебор, и я не брала девочек в команду, поэтому вот. Но набор у нас, в принципе, каждый год. Каждый год обновляетесь. Да. А если девчонки, допустим, соберутся, захотят свою команду создать, это реально? В университете? Или в университете, допустим, или в каком-то другом университете. Реально. Или поддержит. Школьная команда. Можно, все это можно. Мы должны развивать черлинг все вместе. Конечно. Команд в Кировской области пока очень мало. А как это сделать? Как собрать команду? Как научиться? Мы можем помочь вместе с Федерацией черлинга Кировской области ну, сделать мастер-класс. Прийти в школу, рассказать о черлинге, показать, ну, провести тоже мастер-класс угу. и людей привлечь к этому больше. Думаю, также идет захотят, обучение детям тренеров. Это интересно, особенно девочкам. Конечно. Танцы все-таки. Угу. Можно провести обучение, позвать людей, которые этим хотят заниматься, им рассказать все. И показать. Пускай идут дальше. Это же прекрасная возможность девчонок вовлечь в физкультуру в школе. Конечно. Потому что немногие девочки, на самом деле, это любят. Как дополнительная Помпоны секция. Помпоны привлекают, они яркие такие светятся. Конечно. Красиво. И форму красивую создать, и мальчишек поддерживать. Да, все их тренировки, все их занятия, соревнования. Да, я считаю, что это очень здорово. Когда у вас ближайший набор будет к вам в команду? Он будет в начале учебного года, в сентябре-октябре. То есть какие-то девчонки у вас уже выпустятся, да, местечки освободятся, и счастливые новые участницы команды к вам присоединятся. Расскажите, пожалуйста, вот вы организованы при университете. Как университет вас поддерживает? Как он вас организует? Какая помощь от него есть? Ну, во-первых, нам шьют костюмы. Не все университеты могут позволить себе. Да, у нас вся важно. Экипировка есть, в принципе. Дальше. Костюмы, они идут площадка. Индивидуальные под заказ, да, на да. каждую девочку. Нам шили студентки нашего университета технологии дизайна, Кустерова. Факультет. Угу. Вот. То есть у них практика, а вам форма. Да. Прекрасно. Дают нам площадки, получается, где позаниматься зал, тренажерный зал. Да, рекламируют нас. То есть у нас, я думаю, в городе много кто знает. Да, это правда. И девочкам льготы. Вот, для повышенной стипендии. Для повышенной стипендии, да. Баллы дополнительные. А вот скажите, пожалуйста, тоже я вот очень хочу, чтобы сейчас каждая из вас высказалась. А для чего вам это нужно? То есть как вы дальше это в своей жизни используете? Ну, я просто занимаюсь с 7 лет спортом. И то есть как бы я уже не могу без спорта, в принципе, существовать. Потому что я закончила заниматься гимнастикой, то есть у меня был какой-то перерыв в спорте, и я пришла в чирлидинг. Вот. И то есть сейчас, как бы, допустим, это же то же самое, что ну, то есть, как не можешь без работы. То есть, ну, зачем вы дома сидеть по выходным или в обычные дни? Лучше, конечно, заниматься спортом, как мы говорили, что надо развивать его. Это полезно для тела, для здоровья. В принципе, как бы это очень красивый вид спорта, тем более. Привлекает внимание парней. Вот. Поэтому, конечно, надо заниматься. Ну, а дальше, Марина, то есть, вот закончите вы обучение в университете. Дальше тоже будете заниматься чирлидингом?
Ну, да, конечно, если будет все, в принципе, если я останусь в этом городе, ну, даже если перееду, то все равно буду стараться, может быть, не черлидингом, как бы, там, буду смотреть по здоровью, еще как-то, но буду заниматься, все равно спортом я буду заниматься всю жизнь, в принципе. Угу. Лолита, вот вы говорили, что соревнования есть для взрослых, да, черлидинг уже... более, скажем так, для возрастных участниц. Взрослые — это от 16 лет. От 16. В принципе, в любом возрасте. До скольких лет? Вот, например, в Японии даже женщины, которым уже 70 лет, занимаются черлидингом. Я думаю, все возраста могут очень заниматься. Здорово, очень здорово. А вот раз затронули эту тему, давайте ее разовьем. А в каких странах еще что-то интересное есть с черлидингом связанное? Вот в Америке вы рассказали, что все начиналось с мальчишек. А вот у нас в Кире, кстати, есть мальчишки, которые занимаются черлидингом? Вот на соревнованиях, которые были 4 февраля, из команды Fugi Dance мальчики были, они участвовали в смешанном станте. То есть мальчики поднимали девочку. И они как выступили? Они... Ну, не первые же, понятно. Они как я поняла, всего тренировались 5 дней. И за 5 дней у них получилось, в принципе, неплохо. Класс. Ну, Fugi Dance довольно-таки тоже умело. Ну, у них примерно год, наверное. Год-полтора, да, они занимаются. Да. Решили тоже развить это направление. Угу. Здорово. Лолита, ваше будущее с черлидингом связано каким образом? Ну, черлидинг — это моя деятельность. Я учусь на факультете физического спорта. Вот. Значит, и получается, что я буду тренером, преподавателем, вот, и буду продолжать дальше девочек тренировать вот в этом виде спорта. То есть взращивать новые команды. Да, развивать этот спорт в Кировской области, присваивать детей к здоровому образу жизни обязательно. Здорово. Дальше. Ну, моя ситуация похожа немного на Маринину, всю жизнь занимаюсь спортом, и поэтому не могу просто так сидеть дома, нужно постоянно что-то делать. А черлидинг — это очень красиво, вот поэтому меня привлекло это. А дальнейшее, ну, как сложится все в будущем, я не знаю, мне кажется, не получится с черлидингом, так как я не на спортфаке учусь, не знаю, как будет. Ну, то есть черлидинг дает как... и почти, ну, практически любой спорт, здоровье, осанку, красоту, да, физические навыки. Может быть, дети будут заниматься? Конечно, детей отправляйте. Да, к нам. Валерия, вы как дальше будете? Да, черлидингом я тоже уже 7-й год, и я не могу, если я куда-то в другой уйду, спорт, мне кажется, я уже не смогу. Мне нравится заниматься черлидингом, это как вторая семья. Согласна. Ну вот. Когда приходишь на тренировку, о своих проблемах забываешь, и они как уже девчонки родные, и поэтому всегда объединяемся, всегда вместе, и безумно нравится заниматься именно с этими девчонками черлидингом. В дальнейшем, думаю, если будет возможность, то, конечно, я буду ходить. Даже если буду работать, я все равно буду заниматься. Если даже? Я буду, конечно, ходить в черлидинг. Продолжается. Диана. Ну, я не знаю, будет ли у меня жизнь связана с черлидингом. Я занимаюсь часто, потому что мне это нравится. Но хочу рассказать историю. У нас была с девочками, с Ритой и Лолитой, такая идея открыть свою школу черлидинга. Да, и там продолжать тренировать детей. Вот не знаю, осуществится ли это, но очень хотелось бы, это чтобы возможно, я считаю. Мы попробуем. Да, мы обязательно попробуем, так как мы обучаемся на спортфаке, у нас есть навыки, у нас есть опыт общения с детьми, да, мы же практику проходим. Всё-таки. Да. И мы постараемся воплотить эту идею в реальность. Я пожелаю вам удачи, Маргарита. Спасибо. Ну, я продолжу дальше развиваться. Мы же поняли, что школа у вас. Да. Будем вместе с Лолитой и с Дианой вот организовывать деятельность. Также попробуем себя в судействе. Угу. Да, не только тренерство, но и судейство. Вот, поможем своей федерации. Быть, да. Поможем своей федерации в развитии и вообще в регионе Кировской области. Вот, и хочу сказать спасибо тренеру бывшему Антону Валиде Леонидовне, что она нас позвала в эту сферу. Вот огромное спасибо, пускай дальше продолжают развивать это в Белых Холуницах. Они сейчас там очень популярные. Вообще, если среди всех видов спорта, они самые популярные. Белых Холуницах. Да. Вот. И даже сейчас из других секций девочки хотят переходить. Из волейбола, кто там девочки занимаются. Этим летом им присвоили кандидата мастера спорта по черлидингу. Да, молодцы. Они, вот если сравнить
какие мы, ну, наша команда и их, ну, блин, это небо и земля, все равно они очень давно занимаются и немного добились чего. Вот, и на Россию поедут. Нашей команде всего пока 2 года. Да. Угу. А им, получается, уже 7 лет, как бы, вот. У вас еще все впереди. Я, если честно, поражаюсь, как такой вот женский коллектив, и говорю, что одна семья. Как вы обходитесь без ссор, без споров? Это невероятно просто. Это умение работать в команде. Да. Мы этому учимся. Здорово, молодцы. Ну что, я желаю вам тогда успехов. Желаю открыть школу, как вы этого хотите. Желаю, чтобы на самом деле на многие-многие мероприятия, на все мероприятия вас приглашали. Но все-таки пусть конкуренция это тоже появляется. Конечно, пусть, да, конечно. Пусть появляются девчонки, команды другие, которые смогут тоже показать себя. Потому что челлендинг, на самом деле, я согласна с вами, он во многом способствует развитию и спорта, и привлечению зрителей к спорту. Так пусть будет так. Да, девчонки, еще раз спасибо вам, что пришли. И вам молодцы. Спасибо. Спасибо тебе. Нас посмотрят, и еще больше людей захотят заниматься чирлидингом. Так точно. И ваши будущие школы тоже придут. Все, еще раз спасибо. Удачи вам, будущих побед, успехов. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. С верой в спорт. Возрастное ограничение мероприятия 6+.